Еще на входе в школу он слышит душевные поздравления от своих учеников. Для них он пример в жизни и главный путеводитель в мир естественных наук. Спасибо вам большое за ваши труды, за ваши замечательные объяснения на уроках физики. Петр Головин, народный учитель СССР, привык увлекать законы Ома, Архимеда или термодинамики нестандартными схемами. Не заучивать, а выявлять и формулировать те или иные закономерности – вот главные требования к ученикам. Самая его фишка в том, что этот человек преподает не только физику, но и рассказывает нам стихи, учит нас жизни. То есть я могу сказать так, что это очень яркая и очень интересная личность. С первых секунд удивить, чтобы удержать внимание, его основной прием. Почетный профессор свой урок начинает не с экспериментов. Если крикнуть «Рать святая, киньте Русь, живи в раю», я скажу «Не надо рая, дайте родину мою». Физика – это все, что нас окружает, рассказывает народный учитель. Поэтому объяснить свой предмет может через законы природы или стихи. Тяга к филологии у педагога со школьной скамьи. Мечтал стать лириком, но судьба распорядилась иначе. Пойду на филологический. Пошел. Заявление подавать. А там нехватка на физмате. А тут перебор. Говорит, молодой человек, смотрите, у вас по математике все пятерки. Иди туда, инженером будешь. Инженером я не стал. Ну как не стал? Вот изобретаем же, вот у меня патенты есть. Автор более сотни научно-методических книг, брошюр, статей. Его знания расходятся по области и стране. Юбилей в этом году и педагогическому стажу народного учителя. У школьной доски уже 55 лет. Несколько поколений учеников благодаря ему получили путевку в жизнь. По его стопам пошел и родной сын, еще робко, но с жадным интересом. Он переставляет провода, чтобы ток прошел через резистор и загорелась лампочка. Уже в 14 лет он ассистирует отцу на уроках старшеклассников. Хочу быть похожим на папу. Мне нравится физика из-за экспериментов различных, например, с электрическими цепями. Педагог от Бога, наставник с большой буквы Петр Петрович и в 75 лет готов и дальше открывать новые горизонты науки для школьников. Ведь именно это и есть его призвание. Марина Тимофеева, Сергей Свешников, Вести, Ульяновск, из Ульяновского района.